У ефірі програма «Новини регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас. Ровно у 20:00 усі участки для голосування у Білорусі закрилися. Я вам сейчас хочу рассказать о процедуре, по которой мы будем работать. Первое. Начинается подсчет избирателей, которые проголосовали на участке. Второе. Подсчитываем количество бюллетеней, не использованных на голосовании. Третье. Будем вскрывать урну для досрочного голосования. Следующее. Мы открываем урну для голосования на дому. И последняя процедура будет вскрытие урны в основной день голосования. Нагадаем у нашем выпуску про то, каким стал для Могилевщины один и день голосования 25 лютого. Ровно у 8 раницы у Могилевской области открылись 693 выборчие участки. На всех выборчих участках, которые створены на Могилевщине, один день голосования начался однольково. За опечатание урн для голосования и гимна нашей страны. Уважаемые члены комиссии, участок для голосования готов, урна опечатана. Всем желаю хорошего дня. Приступим. Одной из первых на выборший участок после ночной смены пришла Галина Турбинская, жихарка агрогородка Палыковичи. Решила прийти вот самой первой. Ну, наверное, переживаю за нашу страну и за наш народ. Для многих жихаров Могилевщины голосование – добрая традиция. Я обязан прийти и проголосовать. Я люблю ходить голосовать всю жизнь. Поэтому вот и от того, как мы относимся к этому делу, зависит наша жизнь. Сергей Пеклин, Дзяніс Жавіна, «Новини регіона». Старшиня облвыконкома Анатолий Саченко принял удел у голосовании на выборчем участке у 3-й гимназии Могилева и отзначил, наши люди звыклые жить у мира и спокоя, тому яны голосуют за стабильность и росквит нашей державы. Слоган «Одиного дня голосования будучыню выбираем разом». Мы выбираем депутатов одразу у всех узровнев и выбираем их улады народа. Мы выбираем того, кто будет представлять наши интересы. Не выпадково многие на выборчие участки идут семьями. Мы с удовольствием ходим на голосование. Мне бабушка и дедушка рассказали. Что... Куда мы пойдем? Голосовать. Уже проголосовали за тех, кого мы считаем нужными. На выборчем участку існує атмосфера сапраўднага свята. Людей на выборчем участку много, так что губернатору пришлось нават постоять у чарзе, каб отдать свой голос. Для людей это праздник. Все приходят с женами, с детьми, с внуками. Я думаю, это правильно. И вот та активность, которую сегодня мы видим на Могилевщине, говорит о том, что люди заинтересованы, что они неравнодушны к своей стране. На сегодняшний день, вот буквально на 10 часов, уже 54% проголосовало. Это говорит о очень большой активности. Люди идут, люди голосуют, они делают свой выбор. Наверное, этому способствовали многие факторы. Но самый главный, на мой взгляд, это спокойствие в стране, стабильная управляемая ситуация. Керовник в области выказал удячность выборщикам Могилевщины за их активную громадянскую позицию. После голосования Анатолий Саченко наведал гандлевую кропку на выборчем участку, где товар представила одно из могилевских предприемств. Татьяна Сергійчик, Віталь Алексеенко, «Новини регіона». Разом с городскими голосовали сельские выборчие участки. Для селян за отдаленных вёсок организовали подвоз. Працевал гандаль, была организована культурная программа. Увогуле на участках у один и день голосования пановала святочная атмосфера. Наш репортаж с агрогородка Городец Шкловского района. Голосование на участке идет активно, люди в настроении, то есть для них это праздничная атмосфера. Все идут, чтобы отдать свой голос, сделать свой выбор. На 14-м выборчем участку у агрогородку Городец Шкловского района активно идет голосование. Тут больше за 1500 выборщиков. Мероприятие такое, когда ты понимаешь, что важно твое мнение, твой голос, что нужно прийти проголосовать, это твой долг. Муж и жонка Сапронова лечат выборы за свято, тем более, что один день голосования у Валентины Алексеевны юбилей. А муж Петр Петрович додал, яны 39 годов разом и на выборах так само. Мы сегодня пришли своей семьей, чтобы проголосовать за наше будущее светлое. Какого будущего вы хотите? Мы хотим
мирного неба над землей, чтобы было везде все тихо, спокойно. Ну и самое главное, чтобы продолжалась наша жизнь. Ну, мы сейчас спокойно живем в нашей хорошей стране. У сельских выборщиков у руках наибольшая колькость бюллетеней – 4. По выборах депутата Палаты представников областного, районного и сельского типа поселкового советов. Как настроение? Хорошее настроение, все из погоды, погода хорошая. Весна пришла. Красный день, весна пришла. Душа радуется. Как проголосовали? За что? Чего хотите? Главное – мира, добра. Процветание нашей Беларуси. Разом с выборщиками поважанага узросту на участок приходить молодь. И есть те, кто голосует своим житті упершиню. Яны кажуть, что пришли отдать голос за свою добрую будучиню. Какого будущего вы сами себе хотите? Ну, большого, прекрасного, счастливого, мирного, веселого, радостного. И мы вам всего этого желаем. Спасибо большое, вам того же. Батьки приходили на участок разом с детьми, мужу и жонце Пусковым. Довелося робить свой выбор по чарзе, каб тримать в руках маленького сына. Але урэшце все отрымалося. Голосуем ради будущего! Больш за 46% выборщиков проголосовали на гэтым участку датерминова, а у один день голосования организовали подвоз з отдаленных вёсак. Добрый день! С праздником! Спасибо! Вот это приехали выборщики из вёски Путники. Голосовали все дружно и весело. Выборы – это праздник? Можно сказать, что да. Почему? От того, что какое-то настроение, зная, что голосуешь за что-то, за доброе, за все. Ну, вот и поэтому как-то настроение поднимается и праздник. Знаю, что будет лучше. На благо своей родины, Белоруссии, мы должны за кандидатов голосовать. Я лично голосую за тех членов кандидата, которым я доверяю свою Беларусь и народ белорусский. Вот я им доверяю, и я за них проголосовала сейчас. Голосуем за будущее наше. Хорошее дело выборы. Хорошее. Веселый концерт будет. Культурную программу организовали для выборщиков у городцы артисты детячей школы мастерства и студии сольного пения «Веселка». Глядачи были в добром настрое, пляскали у долони. Их кранули выступления особливо маленьких артистов. Іванова, Юра Власцов, новини регіону. Старшиня Могилевского агарвиконкама Александр Студнев становча оценил ход электоральной кампании у областным центре. Жихары Могилева традиционно активны у выборчей кампании. И это традиция областного центра. Такую думку высказал старшиня Могилевского агарвиконкама Александр Студнев. Уверен, каждый сегодня человек, который выбирает депутата, наверное, в первую очередь смотрит на его биографию, на его заслуги, которые он в настоящее время уже сделал. Ну и, наверное, на опыт опираемся каждый из нас. Поэтому, я думаю, каждый из нас сделал свой правильный выбор. На участку гостей сустракают живой музыкой и смачной выпечкой. Семья Сушко пришла на выборы у полном складе, как отказать детям на их головное питание. Детки у меня спросили, что такое выборы, и вот 1-5, другой 9, им просто интересно было. Ну, немаловажно, кто будет во главе нас стоять в будущем, это наше будущее. Прекрасное настроение, это праздник, мы сами выбираем наше будущее. Марта Милосердова, Алина Бабарыкова, Леонид Сикорин, новин региона. Становчую отзнаку организации процессу работы выборчих участков дал и старшиня Бобруйского гарвиконкама Игорь Кисель. И он отзначил, что бобруйчане традиционно активные выборщики. Сам керавник города на Бярызине робил свой выбор за кандидатов у депутаты на участку для голосования номер 39. Я уверен в том, что будут наши кандидаты в депутаты представлены в национальном собрании, в областном и городском совете достойные люди, которые уже имеют опыт работы и будут приняты правильные решения. Одразу после регистрации шлюба на участок для голосования молодая семья Дубровских, как только взяла шлюб, отправилась сделать еще один важный выбор у своем житті.
Мікіта і Христіна називають свою зустречу не інакше, як льос. Яна зв'язала двох могилівчан, які проживали у різних концах міста. І ось 24 лютого пара офіційно зареєструвала відносини і одразу відправилася на виборчий участок. Було вирішено проголосувати терміново. Муж і жінка призналися, що знаменальним гэты день лічать не тільки про створення своєї сім'ї, але й тому, що упершиню голосують. Ми вже сім'я. Я во всьому буду підтримувати свого мужа. И сюда тоже приехала поддержать его. Когда я выбирал, я обращал внимание на то, чем занимается кандидат. Для меня важно развитие молодежи. И на это я ориентировался. Так приємно бачить молодих людей, які у такий важний для їх день не засталися у Баку і прийняли удел у виборах, говорять члени виборчої комісії участка для голосування номер 5 у Могильові, що свідчить про громадянську відказність, один з елементів соціального виховання. 25 лютого голосували навіть ті, хто не мог прийти на участки для голосування. На Могильовщині активні виборщики у один день голосування замовили скриню на дом, бо впевнені важний голос кожного. У нас на участке было вообще заявлено 20 человек для того, чтобы организовала комиссия голосование по месту их нахождения. И вот буквально в течение часа поступило еще 2 звонка. Процес голосування на дому принципово не відрізнюється від голосування на виборчому участку. Мобільна група виборчої комісії має при собі переносну скриню, бюлетені, а так само подробязно розповідає про кожного кандидата. Прошу обратити ваше внимание, що урна для голосування опечатана. Не глядячи на стан своего здоровья, Василь Васильевич твердо вирішив – буду голосовать. И звернувся за допомогой до виборчої комісії. Это мой гражданский долг. Побывали у гостях и у Виктора Ситникова. Он 40 годов просвятил працы на Могилевхе волокно. Теперь на заслуженном отпочинку. Хорошо, что в один день все это происходит. Ну вот, и дали нам возможность, не утруждая особого себя физически так, отдать свой голос за тех людей, которые мы считаем, что они будут и дальше проводить ту политику, которую ведет наш глава государства. Мы должны быть вместе. Беларусы ведают, голос каждого мае значение. Алина Бабарыкова, Леонид Сикорин, новини региона. Каб у кожного з громадян была магчимость отдать свой голос за обраного кандидата на выборчих участках, створили умови для безбарьерного осяроддя, для маломобильных выборщиков и с особливостями здоровья. Участок для голосования номер 39 находится у Могилевском специализованном доме ветеранов. Тут проживают и, зрозумело, мають дочинение до участка немало инвалидов-колясочников. Тому так важно для их безбарьерное осяроддя. На участку створено все для мобильности. Умовы оценил выборщик Валерий Баулин. В это время, когда вокруг нашей страны происходят такие события, и вообще во всем мире такая напряженка, поэтому, конечно же, каждый человек должен свой долг гражданский показать и свою позицию, поэтому очень важно было прийти на участок и проголосовать, чтобы потом не говорили, что от нас ничего не зависит и как будто бы все равно все решается где-то там наверху. Поэтому от всех от нас все зависит. Это наша жизнь, наша страна, и поэтому мы здесь. Быть неабыяковым да лёсу своей краины – это про нас, белорусов, бо разом будуем свою будущую. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко и Александр Артемьев. Новини региона. Выборы отповедают усім международным стандартам. Про это заявили международные наглядальники, которые працавали на Могилевщине. Духовый оркестр Могилева анонсовал свое выступление у один день голосования у Палацы культуры чыгуначников. Тому многие выборщики імкнулися после голосования послухать артистов, которые завоевали сердце могилевчан. Международный наглядальник из Германии Хайнц Вимайер свой расклад дня зробил ненавито таким чином, как у тым лику наведать шерох концертных выступлений. Дружба народов. И это время сейчас непростое, да? Это мы, народные дипломаты в Германии и у вас, нужны как никогда. От краин Содружности Незалежных Держав на Могилевщине працуют 10 международных наглядальников. Их представники на выборчие участки номер 82 и 83, которые разгорнулись у 46-й средней школе Могилева, приехали у самый разгар голосования. И отзначили, что молодь Могилевщины активно идет на голосование. Так Ксения Лебедева голосовала у першиню. Участок разместился у школе, якую она недавно скончила.
Считаю, что я исполнила свой гражданский долг, проголосовала за того, кого посчитала нужным. Усяго на выборчих участках у 46-й школе у першиню голосующих было 48 человек. Кожный отримал у подарунок Конституцию Республики Беларусь. Тревожно немного так, впервые голосую. Гражданин Республики Беларусь должен голосовать, участвовать в этом всем в жизни. Как означали представники миссии от краин СНД на Могилевщине, все ладится сгодно с Конституцией и Выборчим кодексом. Нарушений не зафиксировали, потому что гласно, медийно, все в соответствии с правилами. Замечаний никаких, только хочется еще пожелать, да, действительно вам процветать, добра наживать и все делать ради того, чтобы на земле был мир, здоровье и счастье. Сергей Пеклин, Юрий Ауласцов, Тетяна Сергейчик, Виталь Алексеенко. Новин региона. Актуальные новины в области на нашем сайте и у телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёв». Глядите нас и у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.